Капитальный ремонт детского сада номер 12, который находится в поселке Октябрьский, подходит к концу. Новых воспитанников он должен принять уже в октябре. Подробнее в нашем сюжете. Ремонт длился почти год. На это время сотрудники детского сада и воспитанники были переведены в соседние корпуса. И вот теперь они вернутся в стены своего сада. Наша задача – открыть этот детский сад в сроки. И самое главное, чтобы 3 октября уже дети пошли в свои группы. Детский сад рассчитан на 270 мест. В нем будет 8 групп, 2 из которых ясельные. Уже родители получили направление. Заключаем с частью уже договора. Постепенно, как они карту готовят, мы их принимаем, договора заключаем. На объекте уже выполнены отделочные работы внутри здания. Полностью заменена противопожарная система и электроснабжение, двери. Отремонтированы полы и кровля. Остается генеральная уборка, установка мебели и некоторые работы снаружи. У нас осталось, значит, собрать фасад. Завод нам изготавливает соответствующие кассеты на этот фасад по нашим нарядам, заказнарядам. Фасад и благоустройство у нас. Также нужно завершить благоустройство прилегающей территории. Во дворе сада установят детские площадки, заменят дорожные покрытия и ограждения. После завершения всех ремонтных работ детский сад номер 12 войдет в состав 18-го сада «Светофорик» и станет его 4-м корпусом. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.